меня вразумили и сказали, что это плохо все. И потом прошли годы, и даже много лет, я бы так сказала. Но с тех пор, сколько воды утекло? Друзья, мы не знаем, как это подсчитать, но хотелось бы с вами на эту тему пообщаться. Но даже если хочешь это все экономить, оно не получается. Почему так? 728-7171. У нас есть звонок, да? Алло? С прокуратуры? Нет? Алло. Здравствуйте. Алло, добрый день. У вас как зовут? Иван. А вы откуда? Из Москвы, 30 лет. Хочу Маргарите Николаевне помочь, давайте на рейс. Да вы что, вы знаете, где это делается? Да, конечно. А как вы расскажете? У нас тяжело, но есть один завод в Челябинске. Как говорят, оно и тю. А что же, как не переправлять? Все нормально. Они здесь компании партнеры, которые принимают пункты, одна известная есть годовой техники, такая немецкая. Хорошо, я поняла, да, с розовенькими буковками. Да. И там стоят специальные контейнеры для приема батареи, которые уходят потом на этот завод в Челябинске и перерабатывают. То есть, в принципе, вот если быть совсем вот социально, да, по-человечески ответственным, если у тебя куча этих батареек, потом вот у меня разбился какой-то для зарядки штука, какой-то аккумулятор, это все надо накапливать и реально не выкидывать в общий мусор, правильно я понимаю? Правильно, и сдавать на этот завод, желательно посылкой, они готовы это все принимать и все перерабатывать.